С первого дня пребывания Эзекиэля Хенти в «Локомотиве» все задаются вопросом, что за парень такой забивной и быстрый. Он уже успел дебютировать в нашей команде, он не первый день, но все равно информации о нем не так много, и все хотят узнать, какой же он на самом деле. И мы также задались этой целью. И прямо сейчас Эзекиэль стоит за моей спиной. Эзекиэль, скажи, пожалуйста, какой ты? Я славный парень, я веселый и могу адаптироваться к любой ситуации. Твои партнеры думают о тебе то же самое? Да, мои партнеры думают так же. Но пока еще не знаю, но мне кажется, что он такой хороший человек, добрый. Так что вот такой в команде нужен, и не такой тип, чтобы там создал какие-то там в команде плохие отношения. Так что самое главное, что приехал человек, который вот с добрым сердцем. Так что надеемся, что и будет забивать. Быстрый, очень быстрый, резкий, кидает на 2 метра, сразу ставит корпус. Ну, у него сильный удар, я заметил на тренировках, такой вот достаточно плотный. То есть. Парируешь? Ну, частично. Александр, именно вы встречали Хенти, когда он прилетел в Москву, то есть, по сути, первым из «Локомотива» его увидели, и сразу впечатление сложилось. Какое оно? Впечатление? Контактный человек. Улыбчивый. Поначалу мне показался скромным парнем, вот, но сейчас начал больше общаться, изучает русский язык, уже пытается узнавать, кого как зовут, и спрашивает, как дела уже на русском. Техничный, быстрый футболист и с огромным потенциалом. Я думаю, что он будет со временем адаптироваться больше и больше, и в итоге покажет свой уровень до максимума. По играм мы тоже это можем понять, а в жизни он какой, характер он какой? Ну, смеется, ребята шутят, он так с юмором относится, сам может пошутить. В Словении одноклубников пасты измазывал, как думаешь, здесь пройдет у него такой трюк? Не знаю, но пусть попробует. В тренировочном процессе на максимуме работает, но вообще такой положительный, веселый парень. Техника своеобразная, футбольная, хорошая. Мягкий, быстрый игрок. Ну и соображает хорошо на поле. Он, кстати, в Москве уже за рулем. Вы ему как-то советовали что-то? Нет, я ему не мог советовать, потому что он не говорит по-русски пока. А так, в принципе, это вообще показатель человека, который в Москве садится за руль сам. Не думаю, что у кого-то могут быть проблемы со мной, потому что я уважаю каждого. Я добродушный, легкий на подъем. Мне нравится работать в приятной атмосфере. Не хочу ничего усложнять, не люблю создавать проблем. Да и мои партнеры тоже хорошие, забавные ребята, как и я. Мне просто необходимо быть веселым. Такой уж я. Но вообще, я обычный парень, так что хватит обо мне.